внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Она скучать не дает никогда. Они были боевым оружием, как бы продолжением его практической деятельности. Маша, ключи от двери в подвале у вахтера.
Андрей, нам доставили новую вакцину в опломбированных металлических контейнерах. Никаких подробностей. Описание и инструкции по применению находятся в запечатанных конвертах. Я предполагаю, что сыворотка будет использоваться для вакцинации населения в экстренном случае. Машину я оставил у главного входа. Ключи заберешь в кабинете на столе. Немного барахлит двигатель, но малышка еще неплохо тянет. Удачных выходных. Yeah.
Иди сюда, 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 сюда. Курицами в последнее время что-то не то творится. Слишком быстро вес набирают. Растут прямо не по дням, а по часам. Может, это в корме добавки какие-то? Thank you.
заходи же ты! Здорово ты, Ехмаль! Беда из города пришла. Да, точно тебе говорю, там причина. Ты видел, что творится? Видел? Это они виноваты. Мудрецы! Добраться бы до начальства ихнего, до совета городского. Уж они-то бы сказали, что нам теперь делать. В горсовете! Да! Тебе надо добраться до горсовета! Элеватор! Это единственная дорога отсюда! Вот тебе ключ! Во дворе есть дверь! Через нее, через подвал и коллектор попадешь к элеватору! Там будет поезд! Только на нем ты сможешь добраться в город! Помоги! Ты сможешь! Торопись! Thank you.
Город ждет очередную поставку зерна. Загруженный состав должен уйти крайний срок послезавтра. Приходится работать внеурочно, а ведь это уже третья поставка сверх нормы. Люди от усталости с ног валятся. Не понимаю, зачем городу такие запасы? Такое впечатление, что они к войне готовятся.